Всем привет! Перекрасившийся в блондина муж Гагариной сообщил о тяжелом состоянии. Медийная персона Дмитрий Исхаков стал активно публиковать грустные стихи на своей странице. Поклонники уверены, несмотря на то, что бывший супруг Гагариной не подтверждает информацию о разводе, его строки говорят за него. Супруг популярной российской певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, опубликовал новые стихи в социальной сети Instagram. Поклонники обеспокоены душевным состоянием кумира. В своих стихах мужчина описал то, что он вышел из тела, и теперь ему наконец-то стало легко и свободно. Он заявил, что после долгих страданий ему стало легче. Поклонники заметили в этом отсылку к серьезному кризису, который возник у фотографа с его женой после долгих совместных лет. На фотографии отчетливо видны изменения во внешности мужчины, он перекрасился в блондина. «Не ждите меня, вернусь я не раньше, чем время угаснет и солнце истлеет», написал Исхаков на своей странице. Поклонники с восторгом оценили поэзию своего кумира, но поделились тревожными мыслями, которые возникли у них при прочтении маленького стиха. «Стихи классные, но очень уж грустно. Официально хоть ничего и не подтвердили, но, судя по вашим стихам, вам очень плохо после разрыва с Полиной. Очень переживаем за вас. Вы только глупости не наделайте», — заявили подписчики. Некоторые предложили фотографу издать сборник со своими стихами, поскольку в последнее время Исхаков часто публикует свои работы на всеобщее обозрение. Напомним, Полина Гагарина впервые увидела Дмитрия Исхакова в 2010 году, когда снималась для одного популярного журнала. В тот период певица переживала развод с первым мужем, актером Петром Кисловым, а отлично проделанная работа фотографа стала, пожалуй, первым приятным событием в ее жизни за последнее время. Впрочем, заводить новые отношения артистка не спешила, хотя всегда признавалась, что очень влюбчивая. Несколько месяцев молодые люди встречались, хотя эти свидания были редкими. Полина часто уезжала на гастроли, а Дмитрий всегда ее ждал. В начале 2014 года они приняли решение, что им пора жить вместе. Родные и сын певицы приняли ее нового избранника, а для сына Гагариной он стал практически лучшим другом. Дмитрий Исхаков, который до этого времени никогда не был женат, понял, что именно с Полиной Гагариной хочет прожить всю оставшуюся жизнь. Сейчас многие считают, что причина расставания кроется в том, что Исхаков не выдержал популярности и успешности своей супруги. К этому склоняются и коллеги Гагариной, которые уверяют, что с известным человеком жить непросто. Надеемся, что развод Полины и Дмитрия пройдет на дружеской ноте. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и комментируйте. Всем пока!